О мудрости и опыте говорили сегодня в Доме правительства. Члены Совета старейшин собрались на расширенное заседание, чтобы обсудить итоги и проблемные вопросы. Подробности у Дмитрия Ковалева. Много встреч проводили в живых аудиториях с людьми разных возрастов и тем более с нашими детьми. Они видят вас прежде всего. Все дела, которые вы делаете с любовью, всегда делали и будете делать, рассчитывая на вас с чистыми помыслами. За плечами каждого из них богатый опыт работы на руководящих постах. И им есть что рассказать молодым управленцам. Заседание Совета старейшин – повод подвести главные итоги работы. Год в целом, если взять, завершаем достойно. Трехлетний бюджет, если смотреть на перспективу, принят. По итогам 11 месяцев, несмотря на сложности определенные, которые есть в экономике, 106,5% с плюсом идем. В декабре тоже с плюс, потому что сейчас налог на имущество как раз оплачивают. Если взять цифры, 46 миллиардов 200 миллионов рублей в консолидированный бюджет Чувашской Республики отчислены налогоплательщиками всех видов налогов. Если взять по безвозмездным поступлениям, включая дотации на сбалансированность, дотации на уравнение бюджетной обеспеченности, наши инвестиционные программы, которые предусмотрены в инвестиционных программах, мы привлекли 15 миллиардов 500 миллионов рублей. Колоссальную сумму в правительстве региона привлекли на ремонт дорог. Руководитель Минтранса Республики отмечает, что в этом году с помощью консолидированного бюджета подрядчики сдали более 100 километров. И это там, где асфальтированных трасс не было никогда. Ремонт осуществлен на протяженности 407 километров. На 148 объектов. Это в том числе и наш такой замечательный проект «Безопасные и качественные дороги». Но однако хочу напомнить, что у нас общая протяженность дорожной сети составляет 10 тысяч это муниципальных дорог километров и 1500 региональных дорог. То есть 407 километров – это где-то меньше 4%. Поэтому есть к чему стремиться. В Совете старейшин состоят и бывшие руководители крупных дорожных организаций. Они держат руку на пульсе и указывают властям на проблемы. Нужно восстанавливать проектные организации. Если дороги как-то еще лепят, то коммуникации вообще представления имеют люди. Есть объекты, которые закончены, а экспертиза до сих пор не проходит. Потому что, будем говорить, институты, которые занимались этим, не стали. Это болезнь не только у вас, это в стране. Были по отдельным подрядчикам замечания, и подрядчики полностью перекладывали верхний слой асфальта. 5 сантиметров там на протяжении нескольких даже километров. И в связи с тем, что есть замечание, что у нас только один или два асфальтовых завода может производить, это вопрос сложный, но мы ведем уже контроль непосредственно на улицах. Рассмотрели и другие вопросы. Члены Совета старейшин отмечают, что в республике завершается успешно год матери и отца. Главный итог – сокращение количества разводов. Обсудили и подготовку к выборам президента России. Они состоятся 18 марта будущего года. Избирательная кампания должна пройти открыто и честно. Опыт старейшин пригодится и здесь. Дмитрий Ковалев, Олеся Русакова и Расиль Мухаметов. Республика.